них поесть, да, хп. Да подожди ты со своим поесть, а. Да хп отнимает, блин. Вот, все, нормально. Задрал, ля. Только поесть, 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 поесть. А когда мигает, я ем, я не знаю, что он так быстро. Да потому что ты жирный. У меня даже не так быстро. Реально, у меня брюхо какой скелет. Я только поесть, молоко мне. Поехали. Сейчас в порт поедем, там за нами. Подождите, стойте. Там очень много нычек. Я на починке, пацаны. Да ёптать. Срать, да, догонишь. У тебя всё-таки ламба, это я как каракатец. Чувак, я тебя хер догонял. Кого едем? Сам виноват. Я в дрифт входил. Меня немного занесло. Подожди, мы не сюда поехали, стоп. Нам нужно в город через левый, по-моему. Да, вот так вот мы не в ту сторону повернули. Ну, я Даня, как всегда, съехал. Случайно. Кто в самом впереди едет, не ходи? Я. Ну, машина какая-то. А кто сзади? А, это Даня. Воу-воу, не разгоняйте сильно, не едьте сильно. Вот тачка. Ёп. Пацаны, сорян, забыл предупредить, что тут упало. Там дальше катера. О, Миха, ты чё? Вылазь машина. А, нет. Надо просто уметь переворачивать эту машину. Ты видел только что, Влад? Нет. Он только что на там я угнал все, там я все угнал, там ничего. Да я починить, вы меня как подкинули. Так он не мы, блин. Это Влад сзади как раз подъехал, меня бортанул, я увидел. Я уже починил, это уже запинулся. Я улетел. Ты шо такой стальтака? Коля-то записал. Это все было записано. Вот смотрите, я вот только что поел. Ну. Иди опять жри. Папа, Даня не может наесться. В игре. Ничего не знаю. Даня не может наесться. Все, да, Миха, починил? Да. Та твою. Так, стоп. Нам надо через это. Ханя, чего у тебя дверь открыта? Опять этот мост поломан. Они что, издеваются, ребят? Они задрали. Называется доесть живым. Доесть живым, реально. Да не перевернулся. Так, стоп, сейчас. Миха, потолкни. Заезжай. Так, давайте в порт. Туда дальше? Да. А, питаем, чтобы Миха ехал. Тихо, только по левой ехать, по левой. Я не хочу тебя терять. По левой. Где мина вообще? По левой. Мина! По правой едь. Я думал, что это мина была. Ой. Нормально, уже восстановилось все. Где мину? Вы вообще такие... Там такая штука, короче. Я ж тебе сказал по левой едь, ты поехал по левой. Сам едь. А я хотел сразу две стороны, понял, заминировать. Вот тогда точно не проехали. Да нет, проехали, если бы Даню кинули туда. Надо было просто разгоняться и машину бросать, как бы прикольно. Так, сейчас мне нужно ехать вперед и туда на автостраду выезжать. Только не по этих. Сын, сколько мы катаемся, ни одного человека еще не нашли. Куда? Прямо ехать? Направо. Сюда, сюда, сюда. Нет, не направо, не прямо. Правее чуть съезжай. А вот и... Тихо, тихо. Понял, а ты, короче, переворачиваешь и правее. Где вы делись? Вперед. Нет. Ну не вперед, а вот. Правее, правее, правее. Я увидел. Давай. Ты что, я только что так перевернулся? Да? Да. Так, теперь надо. Так, Даня, ты задрал. Водитель. А ты едешь, а не тормози, карту можно схватить, когда ты едешь, да. Я не могу. Так возьми, открой и показывай, куда ехать. А куда? Там вот порт или куда ехать? Да, вот там хорошая нычка есть. Такой, чуть не вылетел. Хера себе, Михаил. О, там что-то стоит, подожди. Какая-то хорошая машина. А, вот она. Опять у меня отлетел этот долбанный. Кто тут зомбаки? Бортовик отлетел. Кто бортовик? Это бампер таких. Это бортовик. Зашибись. Я только что тоже так же съехал. Так. Да ё-моё. Да, всё правильно, мы едем. Мик, давай, что, что меня не носит. Офигеть. Стойте, погодите, люди. Я маленькая беззащитная машина. Всё, жмите.
Ты уверен, что жрет? Я поеду понихать. Блядь, жалко, что здесь нельзя делать от первого лица вид. Очень жалко. Ой, я еду, случайно что-то написал. У. Группа. Нахрен. Ладно, ты дебил, конченый. Придурок, ты понимаешь, что у меня хп, блин? Жди меня, блин. Ну что с тобой? Это было красиво. Подождите меня. Еще красиво, давай. Хоть, дай я починюсь. Ты себе бампер оставил тут. Ты что, так близко в притирочку и бампер? Смотри, сколько можно, блин, ну задолбал, реально. А что такое? Ты меня снова бортанул, петух. Ха-ха, это не я. Я успею себе починить. Я направо заеду, посмотрю, может, там что-то есть. Поехали налево, полутаемся в городе. Мы машины должны оставить, смысл нам сейчас кататься. Сейчас у всех троих сразу их подорвут. Да, и все. Тут все здесь вот должны дальше. Вы мне кровь пополните, а? А сколько у тебя крови? Семь. Сейчас донесу. Нашел какой-то. Тихо. О, чувак! Короче, оставляем быстрее мою Ауди, и я иду беру бобкат. Вот это малышка. Вот этот помнишь бобкатик, я его хочу. В качестве вообще офигенно. Так, ой. Меня занесло. Так, как нам объехать? Объехать нам нужно сюда по правой стороне. Давайте сюда за мной. Смотри, какой здесь бобкат. Смотри. Посмотри, какой красавец. Посмотри, в каком он качестве. Чувак, ты посмотри на него. Я смотрю на BMX. Какой офигенный. Поехали, блин. Мы проще уже приехать его и собрать. Да. И кончен. Едешь, Миха? Ебать, все лагает. Да, это место что-то немного лагануто. Мы же спаун в кепках. Кепка спаун. Последний раз вздыхали 2 минуты назад. У меня? Да, даже 2 минуты назад. Хоть встретить людей, едь на зону, там ты их встретишь. Да не обязательно. Все вот направо, потому что там мост сломан, поэтому нам не вариант, только направо ехать. 3 человека на сервере. Как 3? Что, дурак? 6. 6. Ну, а мы 3. Да посрать, я не считаю. Сам собор хочешь после, да? Ясно. Ты решил пробить сразу забор, да? Там не пробьешь, там можешь свалиться. Если не пробьешь, тогда не выйдешь оттуда. Лучше объехать. А, кстати, Миха, ты там аккуратнее. Если что, ты тут дальше, наверное, не проедешь. Я, честно, не знаю. Потому что там нереальные, тупо нереальные впереди завалы. Впереди оттуда, глянь, сколько там было. Завалы, но там реально проехать, но... Тут нереальные завалы. Сейчас мина. Фу! Вот первый испытатель. Я знаю, как выглядит мина примерно. Она проедет только Миха или нет. Потому что тут очень сложно проехать. Но Миха... Вот он на своем бы додже, ты тут мог бы не проехал. Миха что-то стоит. Мне кажется, Миха застрял. Миха! А? Ты там живой? Я-то живой. Это... Ты проезжаешь? Ну надолго ли? Ну ты проезжаешь? Нет. Как мне, чувак? Ты знаешь, мне полмашины надо оставить, чтобы тут проехать. Посмотри! Почему? У меня такая же точно, даже у меня больше. У меня вообще здоровая. Да. Чувак, ты посмотри на нашу тачку. Сейчас я ее починю. Стоит у меня. Что-то хп очень мало. Ну? Я ее разбираю. Так ты левее чуть-чуть бери, чувак. Зачем? Подожди. Стой. Она проедет сюда, чувак. Так лево возьми, реально. Левее бери, все, и она проедет. Да уйдите вы от нее, а. Пусть она вперед едет. Кто орет, хэ? А, подожди, Миха, вот, вот отсюда еще объедь. Я сюда не заеду. Поедет. Заедешь ты сюда. Ну стой. Отойдите тогда от машины, а. Иди сюда, Дань, подожди, стой, давай тут посмотрим на него. Эй, Лян, что со мной, Влад?
пожалуйста, сними меня. Что у тебя за спиной? А я устал просто видом. Сейчас, тихо, подожди. Я не могу идти. Я реально не могу идти. Так, не лизай. Я не могу идти. Да, его что, заклинило? Эй, капота, семки есть. Оп. Все, короче, не, я его разбираю. Я его уже пол... Я не могу. Я не могу. Все, отойдите от него. Подожди. Да ну вас нахрен. Таня. Вот, и чего вы мне наколдовали? Я наручники от тебя одел. Да? Да. Ты дурак. Хватит. А как ты столько его снимешь? Сейчас он зайдет, и я сниму. А, они у меня еще останутся. Ну до машины я допрыгаю. А ты не зайдешь в машину, ты только можешь прыгать, и все, ходи туда. А что, да не проезжает он? Я его вообще застрял там. Втопил. Втопил ты его. А другого Миха пути нету. Все нормально, ты разобрал его? Да. Ладно, поехали. Бери Данину машину и поехали. Подождите. Она чинится, поздно. В наручниках, ну как можно? Давай хотя бы выгоним. Чего я не могу в нее сесть? Подожди. Сейчас я ее выгоню. Ой, идиот. Давай посмотрим. Вот это, ой, еще я у него гоняю. Я так и думал, что тут что-то нечисто. Там, кстати, есть Миха, там джип очень хороший есть, который, на котором я катался. Я могу вас заправить. Он убьется, Влад. Ну, Даня, ты заходишь, а? Да. Ладно, мы туда поехали. Короче, да куда поехали? Из этого дебила я пусть. Если что, телепортируешься. Чувак. Ну как можно? Ну как? Чувак. А как я мог догадаться, что ты дурак? Я просто я говорю, так, давай постоим, посмотрим. Давай посмотрим. Я говорю, давай постоим, посмотрим, попробуй, одел на него наручники. Смотри назад, Влад. Еня, тихо, Ена, тихо. Еня, наркоман. Съем. Стоп, тихо, а ну подожди. А не, не могу я на тебя наручники. А я могу. Одевай на него, одевай. Я... Миха, пожалуйста, верни. Тихо, пожалуйста, Миха. А что такое? О, спасибо, он на меня наручники одел, Влад. Отдели его, потом. Ну, Даня, ты где? Да захожу я. Из этого придурка вышел. Дебила раньше сказать. Миха, стой. Что ты там? Я думал, я много бегал и устал. Тихо, тихо. Стой. Тихо. Давай, Дань, ты где? Захожу. Из тебя придурка вышел. Тихо, да, нет! Нет, Миха, нет! Что дурак. Такое? Дурак! А что ты сделал мне? Капкан поставил! Он сдох? Не знаю. У тебя все нормально? И сюда я тебе кровь перелью. На, аптечку, вон, возьми аптечку. Я этого придурка, я не могу зайти в МТА. Я не могу, у меня все равно бьется. Кто бьется? Это херня. Она не бьется. Ну, у меня экран трясется. А, возьми. Без бали, более утоляющий. Я уже все взял. Аптечку. Я уже все сделал. Перезайди. Нет, не перезаходи, просто... Это, что у тебя, трясется экран? Да. Так просто обезболивающее возьми. Я уже все сделал. Еще раз. Блин, это прикольно, Надя, давай его убьем, Миха, убивай его нахрен. Надень наушники, пока я не зайду. Ура! Потому что он тебя не убил. Сучка, взял, поставил капкан. А где он взялся? Зачем? Все, он взялся. Ну, Даня, ты заходишь, блин, иначе мы газуем сейчас. А я не знаю, у меня нет капкана. Это ты его забрал, да? Не знаю. Зачем? Я из-за этого придурка вышел. А, машину кто-то угнал. Я тогда Даню возьму. Ага. Ну, Миха же забрал мою. Миха, надо было хоть мою. Хп, хоть я хп.
Мне все 100%. Дай номера посмотрю. Ты мне только ногу сломал, сволочь. Морфи используй. Да я уже, я обезболивающий, и морфи, и аптечку, я вообще здоров, как бутерь. Вот видишь, благодаря мне, да, нет, там есть еще капканы. Я буду прыгать, Владимир, не могу бежать. А, точно, тебе что-то разблокировать. Ну, он уже тут. Да я не знаю, где он, короче, поехали. Я вылетю тогда за тебя. За меня, тебе говорю, не выходи. Да, конечно, я этого не слышал. Давай машину лучше спрячем, а то у меня кто-то сыкова. Да лучше тебя убьем, а? Миха, спрячь Данину машину сюда, заедь назад, а то я температуру сбрасывать будет. Пошел. Зачем? 38. Так это нормально. Крокодилу гений, походу, все похрен. Плавать себе. Температура стандартно держится. Ладно, я Данину сейчас машину все. Запрячу. Нормалек. Да я тебя назад загоню. Короче, загоняй машину сюда и поехали. А Даня зайдет и поедет за нами. Кстати, да, возьми мою тачку, выгони ее, короче, и поехали. Ты целый литр уже сожрал, как? Он зашел на камеру. А, ты зашел? Иди, антиблоким. Стой. Выходи. Садись на пассажирское. А, твои ручники что-то не делают. Ой, не то, Гена. А, ты вышел? Ты вышел? А, уже все нормально? Капец, я... Был в шоке. Жмем, ребят. У меня есть еще одни наручники. Вот, съезжай на рельсы, на рельсы, на рельсы. Где рельсы? Нам нужно... Подожди, нам нужно кто в этот... вот, по рельсам же. У тебя что, тебе? Прямо едь по рельсам, ёб. А зачем мы тут объедем? Нафига по рельсам, если мы тут можем объехать. И вот так по этой дороге до конца. У Дани дверь открыта. Да, у него сразу две двери открыты. Чувак, нам надо по рельсам ехать, чтобы попасть в тот туннель. Ну, чтобы в туннель попасть. Туннель? Да. Я шире на этой ходу. Поворачивай направь. Направь половину. Миха, дай поесть. Не могу, мы едем. Даня, я сейчас на тебя только это все и растрачу, слышишь? Вот именно, я не пойму, что у меня так быстро? Вот значит, вздыхай. Что ж тебя так канаёбит? Я не знаю, у меня уже все, вот начинает сейчас будет мигать у меня. Ну, мне пофиг. А, кстати, мне попить надо, подожди. Сейчас я попью, о, все нормально. Я надо что-то искать, надо в этот зайти. У меня осталась последняя бутылка воды. Я вот это буду... А я тебя там попить. Дай поесть. Поехали. Обмен на обмен. Дорогой обмен. Кстати, Миха, а то что-то должно сейчас быть. Подожди. Вот тут справа. Блять, мы ехали в туннель, теперь мы едем. Да, справа, кстати, стоит там. Алло. Да. Я вам машину алло. Полностью заправил. Вы теперь красавцы. Блин, куда вы так угнали? У тебя... Ты вообще только что сзади ехал, теперь. Едь по дороге и налево поворачивай, там заезд в порт. Увидишь, да, из порта. Крокодил Гена и зомби. Да, вот это наркомания. 10 FPS, йоу. Да, кстати, лагает вообще. А, все нормально, у меня отлагало. У меня тоже. Направо, да? Вон, вон. Да, направо. Это надо запечатлеть. Там будет заезд. За руль поставь. Чтоб камера была там, где руль. Там у меня лаги. Что-то 30 FPS. Все, хана, сейчас сдохну. Сколько у тебя крови? 10 000. Давай, отключайся. Ой-ой-ой. Зачем? Да не, я не тебе. Дай им пожрать, дам, а то будет ныть. Тут, короче. Крокодил Гена. И зомби. Гена, вау! Гена, ты пил свою морду? Гена, ты просто бог. Нет, ты мне только попить.
Пойди. Я пойду болтаю, естественно, что же там машина найдет. Может, мама, как я буду видеть? Оно записывает, но я не могу остановить запись, понял? Чё? Не знаю. То есть мы тут бегаем дальше? Ну да, сейчас тут. Сейчас тачку какую-то оставим и поедем две тачки соберем. Рюкзак СК. О, бургер нашел. Я тебя перепугал, ты чё? О, там грузовик впереди. О, грузовик где? О, КамАЗ. А, бутылку. О, где КамАЗ? Подожди, где? Днем 6 колес надо. О, чувак. Залезал, если что. Да ладно. Все, я хочу. О, нет. Стоп. Как на корабль попасть? Пешком. Вон там вот. Эта досочка вон лежит. Там лежит бутылка воды, возьмите кто-нибудь. Чтоб не тратить, чтоб не собирать. Почему ты сам не дал, ладно? Потому что у меня есть уже бутылка воды. И что? Потом бы отдал бы, слушай. Сейчас вам сколько здесь зомби, чувак. Не ссы там никакого капкана, ничего нет, не ссы, я наносит. Ага, теперь я то сюда нахер и пойду. Да там ничего нет, я тебе клянусь.